С понедельника в Самаре начинает работать горячая линия по вопросам отопления. Все проблемы будут решаться в индивидуальном порядке. В целом, город в плановом режиме входит в отопительный сезон. На сегодня к теплу подключены уже 76% жилых домов. Всего их в Самаре более 10 тысяч. Почти 1500 многоквартирных зданий подключили сегодня. Из социальных объектов с теплом уже 99%. В этом году обогревать здания в Самаре начинают раньше, чем это положено по климатическим нормам. Но процесс подключения постепенный. Сегодня все предприятия ЖКХ работают в усиленном режиме. Горячая линия будет отработана во всех районах, будет работать в департаменте, принимать заявки, где у людей будет уже не по стоякам, где не будет отопления, там два стояка топится, один нет и тому подобное. Вот такая работа будет проходить. Принимается заявка на отработку. Но это как бы уже проверенная работа, и она понятна для коммунальщиков.